Так, еще один можжевельник. Вот такой вот серебристо-голубой. Это можжевельник виргинский, Grey Oil. Тоже раскидистый, стелящийся. Такие светленькие приросты у него уже пошли. Пока он у меня достаточно молодой. Вот такая голубая. Приросты светло-зелененькие. Здесь на белом фоне, конечно, черемуха тут свет опадает. Его здесь прямо плохо видно. Такой красавец. Пока я говорю молодой, он небольшой в диаметре на данный момент. И гвоздичка у меня сидит, тоже голубенькая. Так, еще один. Это... Так, это у нас... Вот такой красавец. Туя. Golden Taffet. Очень красивая, очень у нее мягкая хвоя. Окраску она меняет в течение сезона. К осени она золотистая прям становится. Сейчас зелено, красно. И на концах получаются такие вот у нее кремовые побеги. Тоже шапочкой, невысокая. Но тоже достаточно еще пока молодая. Так, рядышком можжевельник. Так, это можжевельник скальный Blue Arrow. Такой красавец. Сидит, конечно, давненько. Он у меня места тут менял. Тоже стараюсь смотреть, где, какому растению, если не нравится, я его пересаживаю. Уже довольно-таки где-то метра полтора высота у него. Такой красавец. Краска голубая, хвоя. Секунду отойду. Так, сниму его. Думаю, что скоро тут будет конкурировать с елками. Что-то надо будет решать. Скорее всего, придется его отсюда убирать. Так, еще один можжевельник. Это обыкновенный. Называется Репанда. Вот такой огромный. Стелящийся, невысокий. Практически по земле. Стелется высота где-то сантиметров 15-20. Тоже уже новые приросты, такие вот. С одной стороны они главнокрасные, солнечные, с обратной стороны зеленые. Красивый, беспроблемный, достаточно. Называется Репанда. Очень большой, тоже где-то метра два в диаметре. Рядышком с ним сидит елка. Так, это у нас ель Нидиформис. Смотрите, какие у нее приросты весной. Какая красота. То есть вот это вот то, что светлое, это все приросты этого года уже. То есть где-то сантиметра по два. Очень красивая елочка. В виде шарика небольшая. Высота у нее где-то сантиметров около 40. Ну, сейчас в диаметре на данный момент сантиметров 60.
тоже не трогаю, не подстригаю. То есть она держит абсолютно вот свою вот такую форму шарика. Так, это можжевельник чешуйчатый. Ханне Торп. Хвоя у него голубая. Приросты более светлые. Да не идут уже. Уже приросты вовсю. Такой вот какой-то необычной формы он у меня. Тоже небольшой. Такой прямо очень-очень... густенький. Я бы так сказала. Видите, какая хвоя у него прям очень красивая. К осени он становится серо-голубым. Сорт Ханне Торп. Такая красота. Рядом овсяница сидит голубая. Так, здесь у меня еще на одной клумбе есть, так, это у нас, по-моему, можжевельник прибрежный шлягер. У него получается его особенность. Сейчас покажу, видно, не видно будет. Идет как бы полосочка. Видите, такая серебристая на хвое. Тоже довольно-таки молодой. Здесь вот он у меня высажен. За счет этой полоски он имеет такой голубоватый оттенок. Сейчас перейду на другую клумбу, сниму оставшиеся хвойники.